11 мая в Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялась презентация нефтяной компании ОЛЭК. На встрече в основном были студенты третьих и четвертых курсов. Основная цель сегодняшнего мероприятия – это встреча с работодателем. В частности, сегодня прошла встреча с группой компаний ОЛЭК. Представители этой компании высказали определенный интерес к нашим студентам, к нашей материально-технической базе. И я думаю, что в итоге мы выйдем на соглашение о сотрудничестве и будем отправлять студентов на производственную практику в этой компании ежегодно.